каменном месте. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лиены, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лиены, находит все. Джин. Джин, хорошо. Бес. Бес. Инсектоид. Инсект, есть. Синий дракон. Синий дракон. И арахноид. Какая веселая компания. У кого есть контракт с Лиеной? Джин. Понятно, какой у нас джин? 76-38. Золотой? Есть еще синева, но в основном, да. Хорошо. Какой у нас бес? Восьмерка. И какой у нас синий дракон? 12-25. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Лиены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужую. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лиене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Кто был ответственным из присутствующих за концентрацию внимания? Нарушение концентрации внимания. Слабую концентрацию. Есть ответственный? Молчат? Арахноид, но он недавно сидит. Ну хорошо, в принципе, у нее очень долгое это время. Скорее всего, до этого было. Сколько находится джин в этом биополе? Первый вопрос. Джин всегда с ней был. Джин был в ее семье, потом с ней. У нее с прошлой жизни контракт с ним. Можно сказать, с рождения. Да, он наблюдал за мамой. Ты был ответственен, соответственно, вернее, не ты, а этот контракт, который она заключила с тобой, за ее финансовое положение. Ей всегда было трудно зарабатывать в жизни. И родилась она в небогатой семье. А сейчас трудности переходят на следующий финансовый уровень. Это о тебе, Джин? Конечно, переходят. Она поменяла имя и взяла имя с прошлой жизни. Алекса. Именно так все ее звали, когда контракт был заключен. И что она у тебя просила? Что все просят. Власти над мужчинами. Богатство. Красоты. Получила она это? Получила. И условия контракта? Мало ей это было. Все больше и больше хотела. А в каком году это было? Когда вы заключили с ней контракт по нашему летоисчислению? В 2022. В 1602 году. Так какую же ты жизнь с ней уже ходишь здесь? Уже, наверное, 4 прошло или 3, а может 2 жизни? Сколько жизней прошло? Ты с ней был? Не успел я в прошлой жизни. Она маленькая, умерла и сбежала. Понятно. Не воплощалась, избегала. Ну, все-таки слишком долго, 400 лет длится контракт. Это серьезные цифры. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лиена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Джина, этот яркие, красочные энергии. Это было по условиям... Как свобода. Хорошо. И какие были... Что ты хотел от нее забрать взамен за то, что ты ей дал, Джин? Какие условия были? Я хотел напомнить ей, усугубляя ее финансовое положение. Но она так... Что я здесь, да. И доложу к неотдан. Обращаясь к Лиене, Лена, вы помните о каком-то контракте, заключенном между вами и Джином в 1600? Нет, понятно, но это слишком давно было. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем тогда с вытаскивания того, что осталось. Джин должен просто понимать, она дошла до того момента, когда она решила расторгнуть все контракты, которые отягощают ее жизнь. Это ее право, ты об этом знаешь. Если она изъявила желание, она обращается к таким, как мы, и мы будем этот контракт сегодня аннулировать, чтобы для тебя это не было никаким сюрпризом. Ты это понимаешь, да? Понимаю. Хорошо. Тогда, значит, будем спокойно работать. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, возвращайся назад. Итак, сколько арахноид находился, он сказал нам? Я только недолго услышал. 70. У него виски от висок назад. Иголочки. Это мигрени должны быть. Головные боли, каша в голове. И проблемы с памятью, безусловно. Концентрация. Концентрация, да. Я снял. Такой мануальный терапевт. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Ты в квартире присутствуешь? Есть твои платы? Нет. Кто из вас присутствует в квартире еще, где живет Лиена? Арахноид присутствует. Арахноид. У нас нету заказа на чистку квартиры, поэтому
Сегодня я вас буду отпускать на вашу чистоту. Итак, синий дракон, выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывая, возвращайся в клетку. Приступай. Готово. Инсектоид. У тебя есть инкубатор в биополе? Да, выстроился. Хорошо. И сколько ты находишься в этом биополе? Ну, он год находится. Год и 3 месяца строит инкубатор. Понятно. Хорошо. Выходи сейчас. Отключайся полностью, снимай крепление, вытаскивай инкубатор, всю свою жидкость, ничего не забывай. Возвращайся в клетку, приступай. Готово. Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Бес 4 месяца. Хорошо. Выходи, отключайся полностью. Скажи мне, бес, есть лярвы в биополе Лиены? В ногах. А еще где? Ступни. Я понял, но это внизу. Там еще сидел инсектоид. Все стекает вниз. Все стекает вниз. Хорошо, хочешь получить эти лярвы? Хочет. Сначала отключись и доложи на месте, что ты все снял. Он снял с рук и с ног. Разрешаю тебе забрать эту лярву и все остальные лярвы, которые есть. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, отключайся полностью. Он пыль собирает и ладошки. А в ладошках у нее как печать небольшая такая. От него, да? Вытаскивает, да. Хорошо. Пометил. Готово. Хорошо. Рассинхронизацию мы сейчас полноценно не сможем провести из-за контракта, которого есть Джина. Поэтому мы сейчас переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Лиена должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готов. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел контракт с Джином. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутренняя власть, законом право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, энергия возвращается. И у нее как какого падает этот контракт. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс аннулированных контрактов и договоров и эти оковы. Все идет на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Лиены с Джином, Бесом, Инсектоидом, Синим Драконом и Арахноидом на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Лиене, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, у меня еще один вопрос к Джину, перед тем, как я его отпущу. Джин, ты сказала, она взяла себе второе имя и все усугубила. Ты можешь как-то объяснить, или я тебя неправильно понял? Я же сказала, ее звали Алекс в прошлой жизни. Все это всплыло, контракт. Активирован. Понятно, был активирован. Понятно. Хорошо. Больше тебе предложить мне нечего. Ты готова уходить? Я буду возвращаться. А как ты будешь возвращаться? Объясни мне. Ты должна осознанно принять решение, или ты представляешь, ты придешь в виде святого старца с белой бородой и будешь предлагать ей подписать какую-то бумагу? Просто на финансовое благополучие будут возвращаться ко мне. И я буду возвращаться. Хорошо, как я избежать твою подключку? Я ничего не имею против осознанных контрактов, но если этот контракт будет манипулирован, обманом заключенным, в таком случае... Я Джин, я выполняю желание. Ну хорошо, ты Джин, а я тот, кто с Джинами борется, например. А что, мне доставать сейчас энергию царя Соломона, чтобы тебя переубедить, что лучше не подходить к этой душе? Или как мы решать будем этот вопрос? Я говорю то, что есть. Если я услышу желание, я буду предлагать... свои услуги для исполнения этого желания. Ну хорошо, мы услышали об этом. Я не знаю, поступают такие запросы или нет от нее в настоящее время, или поступали. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, бес готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инсектоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Синего дракона. Я хочу получить слово синего дракона, что он больше не придет. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй.
Готово. Арахноид, готов уходить? Готов. Арахноид, я тебя предупреждаю сразу. Если ты предпримешь новую попытку в квартире ее подселиться, пока мы еще не почистили ее, ты опять встретишься со мной. Если ты встретишься со мной, будет галактическая ядро. Поэтому я тебе рекомендую собрать сейчас все, что ты оставил в ее комнате, где она живет, в этом месте, в ее квартире, и уйти из этой квартиры добровольно. Ты меня услышал? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали дальше. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лиена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую, свободно и благодарю вас. Во благо.